Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Dead by Daylight. С вами канал AliExplay. В этой серии мы возьмем такой вот классный скин из архива второй главы. Университетская куртка Fairview, граффити. Фрэнк ударил баскетбольного судью и плохо учился, но все равно остался в Орманде. Let's go, ребятки, погнали. И также я взял Мементо Мори. Посмотрим. Детский сад Бетхэма, Спрингут. Вот такой вот классный мой костюмчик. Весь в граффити. Очень круто выглядит. Ну что ж, а теперь пойдем искать Сурво. Взял с собой зов медсестры, чтобы я мог находить выживших раненых быстрее. Взял порчу погибель, чтобы не тратил время на поломку генераторов. Также нетерпимость, чтобы мог быстрее донести их до крюков. И разлад, чтобы находил тех Суров, которые... чинит по двое и более. Я уже слышу, что тут кто-то заводит. Ага, ну привет. Ать, рановато скинул, рановато. Ну-ка, погнали, в общем. Раз. Ты пока что беги, а я побегу за твоим другом. Вон она, смотрите, красотка. Милаха, беги. Где остальные? Где все остальные? Так, ребятки. Ну же. Ну же. Че, никого нет, что ли? Ладно, двоих пока что ранил. Теперь я буду опираться на перксов медсестры. Ах ты ж, смотрите. Там кто-то еще заводит. Отвлек меня. Хотел раненых найти. На Легионе очень круто. Подходит! Блин. Зов медсестры. Иди сюда. Ать! Смотрите, какая. Я не куплюсь на твои трюки. Говори, где твои друзья? Где бы были? Где-то здесь были. Я же слышал. Ладно. Хорошее место. Пустошь. Нету... А, уже убежала. Ладно. Оу, что-то вообще рано... Рано скинула. Ну-ка, легко фейкану. Можно ее. Замечательно. Один генератор завели. Странно. Неужели он один заводил? Так, ну что ж, ты первая будешь, которая будешь... висеть на крюке. Я тебе запомнил, рыжеволосая. Вернусь за тобой попозже. Так. Один завели, это не беда. Два завели, ничего страшного. Но вот если три заведут, вот тогда надо висеть все максимально агрессивно. Ать! Получай. Там кто-то еще, я вижу тебя. Я знал, что ты где-то здесь. Иди сюда. Ать! Красавица, опять получай. Замечательно. Мне немножко даже жалко Сурвов, когда ты берешь красный Мементо Мори. Смотрите, спасает. Возможно, кто-то и догадывается, что он у меня есть. Так, отлично. Ну, в 90% случаев, ну, 80-90, смотря какая еще тима будет. Очень часто, когда берешь Мементо Мори красный, это вам не помогает и не спасает. Если вы изначально хорошо мансите и слаженно действуете. Я вижу тебя, красотка. Ах, ты не успел, смотрите. Она медленно так перелазила. Не успею. Так, ну ладно. Я просто хочу вам показать Мементо Мори. Я приоделся специально для этого, для Мементыча. Ну-ка, давай посмотрим. Рыжие. Рановато, конечно. Ать! О, жестко. Она еще и вырвалась. Прости меня! Все будет хорошо. Кстати, посмотрите, какой у меня ножик классный. Из обсидиана, я так полагаю, да? Обсидиановый ножик. Очень круто смотрится. Так. При съемке данного ролика ни один Сурв не пострадал. Это хорошие актеры, которые играют свою роль. Ломаем генератор, так что вы не переживайте. За них с ними все будет хорошо. Ничего с ними не случится. Вот это еще один. Еще один актер, который должен сейчас по сценарию умереть. Я говорю, по сценарию должен... Отлично. Замечательно. Хорошо отыграл свой сценарий, молодец. Ать. Ай, это больно.
Слушай, было бы прикольно, я знаешь, что подумал? Было бы прикольно, если бы разнообразили Мементо Мори. То есть мог наугад какой-то другой. Но это сложно, я понимаю. Ну, за мана, то есть, какой попадется Мементыч. Ну, хотя, люди, наверное, чаще будут Мементо Мори брать, если так сделают. Допустим, у Легиона новый Мементо Мори появится. И смотря какой выпадет, да? Ну, чтобы одинаково не было. Допустим, в Mortal Kombat же есть фаталити. Не одно, а два. В десятый, по-моему, даже три было фаталити у некоторых. Может быть, у всех. Ну, по два фаталити, как минимум, в Mortal Kombat есть. Вот было бы круто, если бы в Dead by Daylight тоже было два Мементо Мори разных. Так. Где-то она спрыгнула. И куда-то уже спряталась. Ладно. Проехали. Пока никого нету. Ребятки, не забывайте заходить в раздел видео. Там много других, много новиночек. Я снимаю много других игр. Мы сейчас Doom Eternal уже прошли. Сегодня я буду последнюю серию пилить. Выложу в ближайшие, я думаю, пару дней. До конца. И потом будет много чего интересного. В общем, я хочу сделать сравнение Doom 2016 года, 2020 года. Также покажу вам всех демонов в Думе. Где она? И Resident Evil скоро выйдет. В апреле, 3 апреля, по-моему. Так что, ребятки, заходите в раздел видеоролики. Там много чего интересного. Советую. Буду вам благодарен. Так, она где-то здесь должна быть. Ать! Ха-ха-ха, смотрите. Попалась рыжая. Отлично. Висеть будешь здесь, поняла? Висеть здесь. Так, а мы пока что другого поищем. Надеюсь, он ее спасет. Вот. Проигрывать тоже надо уметь, правильно? Правильно. Не все же выигрывать. Dead by Daylight, она тема хороша, что она непредсказуемая, и ты не знаешь, против кого ты играешь. И что у этого мана? Какие аддоны? Какие перки? Есть ли у него Мементо Мори? Вот что самое интересное. Если так, было бы слишком скучно. Я понимаю, было бы здорово, если бы разработчики сделали разные режимы, да? Классический какой-нибудь. Ну, где нельзя использовать подношения, аддоны. Вот это было бы правильно и здорово. В Hearthstone тоже разные режимы есть. Вон она стоит наверху. Так, красавица. Ах ты ж, смотрите. Смотри! Она говорит, поймай, поймай, поймай меня. Я хочу, чтобы ты меня поймал. Ладно, хорошо, ты мне уговорила. Такая, поймай, 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 поймай. Поймай меня, хорошо. Я не против, я не против, красотка. Поймаем, как скажешь. Когда Сурф приседает, он хочет, чтобы вы его поймали. Мол, он дает вызов. Сможешь ли ты меня поймать? Попробуй поймать. Ну, очень часто такие сурвы самоуверенные. Ну, 50 на 50. Смотри, кто попадется. Вот я часто вот все-таки ловил их, которые приседают. Все-таки мстил им за это. Так. Слушай, подожди, а через окно я смогу так? Смотрите. А, не, не могу. Это когда я вылазил, да, Менточ появляется. Так, ну ладно. Ты просила, чтобы я тебя поймал. Ты хотела? Она, видимо, хотела, чтобы я ей Мементо Мори сделал. Видите, вот. Сама. Сама хотела. Получай. Так, хорошая актриса очень, отыграла свою роль, блистательно. И остался последний. А вот это будет интересно, выживет он или нет. Ага, у меня как раз задание люк закрыть. Идеально. Задание выполнили. Теперь будем контролировать ворота и все, что нам остается делать. Очень часто Сурф рискует и идет открывать. Ну, я бы тоже так сделал. Побежали. Далековато друг от друга. В принципе, он может успеть открыть. Хотя у меня легион. Я могу, если что, побегать. Вот, ребят. Спасибо, что поддерживаете канал. Я вижу вашу активность. Там лайки, комментарии. Это очень круто поддерживает канал. Помогает в развитии. Так что благодарочки. Не забудьте проверить, нажат ли колокольчик. Это тоже очень важно. Чтобы не пропускать новые видеоролики. Смотрите, смотрите, сейчас откроет. Ах ты ж, смотрите. Раз.
два. Давай, давай. Я уже здесь, жду тебя. Смотри, промазал. Бежит, бежит. О-хо-хо, решил покрутиться. Решил покрутиться, но у тебя почти получилось. Ворота ты открыл. Почти, чтобы было идеально. Вот, ребятки, жду вас на других видео. Дом Этернал мы прошли. Там уже финалочка скоро будет. Сегодня пройду, выложу, наверное, может быть, завтра, послезавтра. Вот. Надеюсь, будете поддерживать. Также в The Forest играем. Там реально очень круто бывает. Посмотрите последний видеоролик. Я специально на главной закрепил его. Вот, надеюсь, вам понравится. Очень-очень круто, очень весело поиграли в The Forest. Просто можно написать The Forest Alex Play. Там много видеороликов есть. Вот. В общем, много. Помимо Dead by Daylight, я много других видео снимаю. Надеюсь, ты меня будешь на них тоже поддерживать. Вот. Я буду тебе очень сильно благодарен. Потому что мы снимаем не только Dead by Daylight. У нас новиночки, у нас много чего интересного. Поэтому приятного тебе просмотра. Забираем награду, ребят. Вот. Наверное, на стриме на Дориде мы пройдем это все. Я думаю. Всем, ребят, хорошее настроение. Больше хороших каточек. Всем пока.